немолодой человек, решили пополнить преподавательский состав? Нет, я первокурсник, уже в пятый раз. Вот дурачок, мы же с тобой вместе поступали. Александр Сергеевич, да как так со студентом разговаривать-то можно? Ну это же некорректно. Да какой же он студент? Ему столько лет, сколько же и мне. Почему ты вообще решил, что те профессии тебе не нужны? Ну, во-первых, на первой моей профессии работают одни контуженные. А? Что? О, видел? Видел, да? Угу. Второе вообще трэш. На испытаниях ракетного двигателя, короче, да, один из испытателей стал злодеем Бэтмена. А я всегда мечтал быть Бэтменом! Да ну! Ну вот третья моя профессия. Как ты сам понимаешь, естественно, я такого не хочу. Четвертый — это вообще пипец. Меня все хакером считают. Говорят, якобы я подделал это выборы в Америке, прикинь? Вообще капец. Вот кому-то это, конечно, нравится, но точно не мне. Знаешь, у нас есть ребята, которые помогают таким, как ты. Не волнуйся, и тебя вылечат. И меня вылечат. С вами был военпроф Хелпер. Вот так.